Всем привет, с вами Давид Ильич. Сегодня на обзоре SSD Samsung 860 EVO, объем 1 терабайт, но с сюрпризом. Каждый из нас хочет сэкономить, каждый из нас хочет купить что-то подешевле, что на рынке стоит дороже. И пока у нас курс доллара был пониже, один из моих подписчиков, а точнее 47-й, решился на покупку SSD Samsung 860 EVO, объем 1 терабайт, по очень привлекательной цене. И после получения он скидывает мне фотографии этого SSD накопителя, распакованного, с вопросом, это версия для Китая. Я такой сначала не придал значения, посмотрел, что-то я переходил. В комплекте там никаких не видел. И когда он написал, что корпус, скорее всего, на защелках, я присмотрелся на фотографии и увидел. И увидел, друзья, что это подделка. Китайская подделка на Samsung 860 EVO. После того, как я запросил фотографии внутрянки, чтобы он мне показал, что да как, все подтвердилось, и внутри далеко не Samsung. А фиг знает что, но с прошивкой, с названием в прошивке Samsung 860 EVO на 1 терабайт. Я давно имею дела с Samsung, и вот просто дайте мне SSD в руки, я сразу же вам скажу. Да, у Samsung'ов есть отличия, и вы всегда сможете определить, какой же SSD все-таки вам прислали, китаец или нет. Но сейчас даже на Авито, на Авито недобросовестные продавцы продают SSD Samsung 860 EVO, 870 EVO в таких же корпусах на защелках и с начинкой фиг знает от чего. Но зато в прошивке снова будет все красиво. И большинство пользователей, купив такой SSD, никогда не подумает, что у него китаец, что его обманули, что ему продали подделку, а он хотел оригинал. Потому что на детали обращает внимание далеко не каждый. Так что сейчас, друзья, по пунктам предлагаю разобрать и понять, чем же отличается подделка от оригинала. Первое, на что стоит обратить внимание, это, конечно же, упаковка. Конечно же, коробка нашего SSD Samsung 860 EVO. Здесь у нас подделка, здесь у нас оригинал, пусть и на 2 терабайта. Но упаковка матовая, то есть если мы сравним с нашим оригиналом, отличие есть. Также и видна разница на камере, не знаю, будет это или видно или нет, по принту. Принт здесь не такой качественный, как здесь. То есть видно пиксели, видно все вот это вот. Ну, не совсем качественное, что ли. Также обращаем внимание на иероглифы. На оригинале никаких иероглифов китайских здесь нет. Ну, а здесь мы с вами видим, что что-то здесь на китайском языке написано. Что касается стикера. Стикер у нас есть и на подделке, и на оригинале, но отличается по шрифту. Здесь у нас просто указано 1Т, вот так вот тоненьким каким-то шрифтом. Видимо, не смогли подобрать, что ли, как на оригинале. И вообще здесь у нас указано просто 1Т, хотя должно быть 1ТБ. Что касается сверху, у нас точно так же здесь встречается китайский язык. Давайте смотреть на обратную сторону. Ну, вот так вот выглядит оригинал. Всегда он так выглядел, неважно, где вы купили SSD, Америка, Европа или там Корея или еще что-нибудь. Здесь мы видим кучу иероглифов и все. И все, да, тоже указано, что Samsung, SSD, ссылочка. Но здесь куча китайского языка. Штрих-код. У меня вот этот вроде как американец, поэтому UPC здесь есть штрих-код. EAN это у нас вроде на европейцах. Ну, тут пока мы ничего такого не заметим с вами. Разве что на стикере у Samsung все сделано не белым, а серым цветом. Здесь же у нас все серым цветом, только надпись Samsung SSD 860 EVO. И мы с вами можем сравнить и посмотреть, что у нас разница шрифт, высота шрифта. Ну а здесь у нас 1 терабайт указано белым, сделано в Китае белым. И продукт, дата и так далее. Все здесь у нас указано белым цветом. Ну и по упаковке, я думаю, все. Видим иероглифы, видим матовую упаковку, видим 1Т, либо не тот шрифт. И сразу понимаем, что это у нас подделка. Следом давайте перейдем к книжечкам. Вот это вот у нас оригинал, это нет. Стикер у нас здесь блестящий, здесь у нас стикер матовый. Но если мы сравним, то не оригинал даже по размеру. Здесь побольше. Что ж, бывает. У нас
стикер Samsung Magician есть в оригинале. В подделке у нас такого стикера здесь нет. Что касается печати и вот всего прочего, то в принципе не докопаться. То есть даже если вот сравнивать оригинал, где у нас там русский язык, даже если мы будем сравнивать оригинал и подделку, так, вот у нас, да, то скопировано очень даже хорошо. Здесь у нас достаточно белая бумага, здесь чуть-чуть серенькая. Ну и по качеству печати, ну, не докопаться. То есть вот это надо быть печатником, чтобы понять, что вот здесь у нас пропечатан текст гораздо лучше, чем вот здесь. Любой другой пользователь вряд ли это заметит. Что ж, убираем оригинал, убираем подделку. Теперь переходим непосредственно к нашим SSD накопителям. У нас есть контейнеры, где эти SSD лежат. Стикер оригинальный. Стикера никакого про упаковку здесь нет. Ну да ладно, смотрим на наши SSD. И вроде бы все у нас практически одинаково, но квадратик серый у нас здесь гораздо блеклый, но это не главное. На всех SSD Samsung на корпусах у нас здесь не та фаска. И ее всегда отчетливо видно. Здесь никакой фаски нет. И если мы перевернем наши SSD и посмотрим, что у нас с обратной стороны скрывается, стикер, шрифт другой, 860E у нас оранжевого цвета, у меня практически красного. И на Самсунгах всегда корпус закреплен на винтах. Три специальных винта с пятиконечной звездой. Здесь же на подделке, друзья, у нас корпус на защелках. И вот это вот сразу же, вот только вот просто берете, переворачиваете SSD, смотрите, видите, корпус у нас здесь на защелках, никаких винтов нет, все, это точно подделка. Все SSD Samsung делаются вот таким вот образом, SATA SSD, и других я просто-напросто не видел. Да, здесь у нас и покраска лучше, такая мелкозернистая, здесь у нас зернистость покрупнее, но переворачиваем, смотрим, опять же, видите, какие-то иероглифы и так далее, здесь ничего такого нет у нас. Но надо смотреть, чем же отличаются наши SSD внутри, и для этого мы давайте вскроем каждый SSD. И открываем оригинал. Внутри у нас зеленая плата. Всегда зеленая плата, я другие тоже не встречал. Ну и мы сразу же видим здесь и контроллер, и чип DRAM кэша, и два чипа памяти, и все они с маркировкой Samsung. Здесь же у нас непонятная маркировочка 1 терабайт. Но давайте мы открутим комплектные винты. Смотрим, что у нас внутри. Кстати, плату можем достать. Все Samsung, все красиво, аж 4 чипа памяти на 2-терабайтной версии. Версия на 1 терабайт. Мало того, что на контроллере SM2258XT, довольно старый контроллер, еще и чип памяти Intel, какой я еще не смотрел. Вот такие вот дела. Вот так вот всегда легко и просто можно определить, где подделка, а где оригинал. Ну а сейчас давайте подключу наш SSD, и мы посмотрим, что и как он определится. Так, нам не интересна файловая система и объем, нам интересно, что нам покажет утилита Crystal Disk Info. Samsung SSD 860 EVO 1 терабайт, и указан объем. Если мы сравним с тем, как отображается мой 2-терабайтник, то по идее точно так же. Здесь никаких претензий нет. Накопитель у нас включался 5 раз, 33 гигабайта было прочитано, видимо, на тестах. Ну и зашита температура на отметке 40 градусов. Кстати, можете сразу же сравнить количество смарт-параметров. Все разобрали по пунктам, я думаю, это вам поможет при выборе, при покупке SSD накопителя, и вы никогда не купите подделку. Опять же, покупая на AliExpress, особенно в непонятном магазине, где мало отзывов или плохой рейтинг, вы рискуете попасть на подделку. Ну а в итоге хочется отметить, что подписчику деньги полностью вернули. Да, он там потерял на разнице курса, я так понял, небольшую сумму. Но самое главное, деньги вернули. Подделка у него, точнее сейчас у меня, и я ему отправлю ее обратно. Но нужно ли вот этот геморрой себе устраивать?
покупая непонятно где? Это хороший вопрос, я считаю, что нет. Поэтому смотрите, покупайте в проверенных местах, ну и теперь вы знаете отличие подделки от оригинала. Кстати, если хотите, чтобы я сделал обзор на вот эту вот подделку, то пишите в комментариях, обязательно сделаю, если будет достаточно много ваших просьб. Ну а на этом у меня все. Ставим лайки, подписываемся на канал, вступаем в группу ВКонтакте, не забываем про сайт ProSSD. Всегда можете сказать спасибо автору, купив фирменный значок ProSSD на Авито. Ссылочки есть под этим видео. Ну и желаю вам не попасться на подделку. И на Авито смотрите все внимательно. На AliExpress у вас такой возможности, к сожалению, нет. Пока-пока. Ну а для тех, кто хочет узнать, где же была куплена вот эта вот подделка на Samsung, ссылочку оставлю под этим видео. Переходите, смотрите, но никогда не покупайте ни у этого продавца, ни вообще у подобных продавцов. Такие дела.